Поехали. Добрый день, мы команда CloudCard и решаем проблему снизить количество выхлопных газов в восточной префектуре Китая. Мы будем решать эту проблему с помощью онлайн-системы контроля параметров автомобиля и его перемещения. Значит, у нас имеются автомобили, мы предполагаем для начала проекта автомобили госслужащих и чиновников оснастить датчиками контроля параметров движения, которые в дальнейшем передаются в дата-центр, анализируются. Таким образом, мы контролируем параметры воздуха, мы контролируем параметры автомобилей. И, кроме того, дополнительно мы можем следить за пробками в режиме реального времени. Значит, на первоначальном этапе клиентом у нас являются служебные автомобили, то есть автомобили госслужащих, автомобили чиновников. В дальнейшем система может масштабироваться на частные автомобили с расширением на весь Китай в дальнейшем. Нам необходимо сотрудничество с СТО, с производителями автомобилей и с дата-центрами. Значит, команда, которая это представляет, является специалистами в IT-области, в интернете вещей, разработке программного и, что важно, аппаратного обеспечения, которое будет устанавливаться на данных автомобилях. Значит, вот наши контакты. Время, аплодисменты. Ваши 3 минуты на вопрос. Зачем еще будет производиться установка и цена вопроса? На автомобиле именно датчики. Вы сказали про чиновников, да, то есть это за счет государства получается, да? Поскольку у нас изначально был госзаказ, то мы предполагаем, что люди заинтересованы в этом, то есть префектура заинтересована в том, чтобы уменьшить количество правых газов. Мы направляем свои работы именно на госзаказ, потому что именно государство заинтересовано в снижении выбросов. А мы вам тогда зачем? Тогда это в интересах государства, то есть это тогда чиновникам, потому что чтобы чиновники себе что-то установили, это опять же бюджетные деньги. Мы не имеем отношения к бюджетным деньгам. Мы, получается, мы хотим здесь вообще ничего. Чтобы поучаствовать, чтобы вы потом получили прибыль. Государство никогда ни с кем не делится. Но это с последующим выходом на международный рынок. Хорошо, я, по-моему, на презентацию у вас вижу GPS написано, датчик. И да. Чтобы контроль пробок и так далее. А я вот, например, против. Я не хочу, чтобы контролировали мои перемещения. А у вас это же направлено на улучшение именно скорости вашего перемещения по дорогам. Ну я понимаю, хорошо. Может, можно перестать мою машину и поедет любовница. Я не хочу, чтобы. Или я поеду в любовницу. Но это же никто не перед, это на уровне. Вы знаете, что несколько настораживает то. Посмотрите, во-первых, дата-центры. Они будут собирать информацию. За чей счет будут создаваться эти дата-центры? Сколько людей там будут работать? Как будет обрабатываться информация? Куда информация? Кто будет это делать? Это значит, кто-то должен... Дата-центры — это разработка искусственного интеллекта. Обработка программы. За исключением с минимальным количеством сотрудников. То есть вы будете возьмете за то, что за обработку информации вы возьмете, да? То есть вы составите алгоритм обработки, куда будут идти ваши данные? Хорошо, вы насчитали, что чиновники портят воду, ну, грубо так говоря, да? Изначально мы увольняем их, увольняем парк машин. Что мы делаем? Дело в том, что мы хотим снизить затраты выхлопов, да? А тут получается, что мы поувольняем чиновников или поменяем парк машин. Послушайте, немножко неправильно, возможно, поняли нас, да, нашу идею. Мало времени было немножко развивать. Вот. На машинах чиновников, просто на государственные машины, проще установить, допустим, это все, да, потому что это действительно приказной порядок. Да. Мы ставим аппаратные. В конечном счете или изначально это разработано? Конечно, да. Чтобы нам вернулись наши деньги. Но нам нужно только на начальную разработку, то есть ваши участки. Нам не нужно, чтобы вы разработали. Ну, хотя бы попросить миллион.
Вот. Возможно, частичное вложение. Так она что возьмет ваш миллион? Если вы потратите миллион у нас, 100 миллионов у государства, да? Да. То есть, по сути дела, мы становимся для государства, извините, какими-то совладельцами. Мы им не нужны, получается. Они нас выкинут при первой...